Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Сегодняшка. Сегодняшка в Питере, да и не только в Питере, обсуждают ролик в интернете, в котором симпатичная девушка обливает мужчин, сидящих в петербургском метро с расставленными ногами, якобы отбеливателем, который портит одежду. Программа «Сегодняшка Питер» проводит собственное расследование. Проснулся утром. Узнал, что много делать, забил как будто. На самом деле нервный, хотел на тачке. Поехал на метро по Литейне. И так уже давно тесно в этом доме. Тесно на улице, тесно в автопробках. Первое. При глубоком изучении различных интервью так называемого автора акции Анны Довгалюк выясняется, что акцию проводила не она, а ее подруга, некая Мария Рейн. Еще из интервью мы узнаем, что некое рекламное агентство, не будем его рекламировать, заявило о продюсировании общественницы Анны, хотя сама Анна в другом интервью это отрицает. В общем, долго тут разбираться не нужно. Достаточно очевидный детский сад а-ля Настя Рыбка и Алекс Лесли, но рангом пониже. Но ребята словили успех, с чем мы их и поздравляем. Исходя из подробного анализа видео, которого, кстати, в данный момент нет на канале Анны Довгалюк, а также его последствий, можно с 90% уверенностью говорить, что в бутылке был не отбеливатель, а вода. Ребята – опытные пиарщики и просчитывают последствия. Если бы там был отбеливатель, создатели видео уже давно бы давали показания в полиции. А вода, она и с неба льется. Кинул фразочку про отбеливатель. Кривая просмотров полезла вверх. Ну и славненько. Впрочем, все равно работа вышла на грани. На грани с хулиганством. И проблемы с законом вполне вероятны. Не поэтому ли видео удалено с канала? На канале, кстати, осталось старое вирусное видео, которое не задалось так славно, как мокрые штаны. Это ролик якобы против подсматривающих мужчин. Но если не читать и не слушать предисловие, а подложить клевую музыку, например, питерской группы Saint Love, получится нехилая такая исповедь эксгибиционистки. Зашел на дамку, еще четыре тетки, купил им банки, себе опять сотку, мелькают лица, и ничего не длится, работы нету, и осень мчится к лету, тесно в этом доме, тесно на улице, тесно в автопробках, тесно в метро, в вагоне, тесно, 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 мне ужасно тесно. Тили-тили тесто, мы с тобой в кино на креслах тесто. Прекрасно. Симпатичная девушка. Симпатичная, сексапильная. На последнем видео это тоже цепляет мужскую аудиторию, а девушкам приятно смотреть на позор мужчин. Сплошные бонусы для популярности канала. Браво ребятам из рекламного агентства. О чем еще хочется поговорить сегодняшка? О том, что вирусное видео вызвало волну возмущения и копирования. Его комментируют все, кому не лень. Все, кому не лень таким образом набирать просмотры. И мы не исключение. Известный пранкер Вольнов при этом как-то сдал позиции. Он настолько поверил в феминистичность девушек-пиарщиц и в отбеливатель, что... Его стало нехило, выражаясь его языком, бомбить. Ага, а хули она, слышишь, хули она сидит с... Вот, чувак вообще сидит отдельно, он никому не мешает. Он никому не мешает. В этом нет ничего. Дрын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Сука, она еще и попортила одежду. Так это тупорылая пизда, я прошу заметить, она обливает не только, по ее мнению, мэнспредеров, а еще и окружающих людей. Это портит имущество, по сути. Дрын-дын-дын, дрын-дын-дын-дын-дын. Спокойнее, товарищ Поздняков и компания. Она ничего не портит. Это просто пиар. Да, как у вас, как у нас и у многих других на Ютьюбе и вообще в медиапространстве. В заключение приведем цитату врача-ортопеда. У мужчин в данном положении, сидя, оси бедренных костей принимают вальгусное положение, то есть в стороны. Степень отклонения зависит от эластичности связок. Думаю, авторы ролика нормальность этой позы и сами понимают, ибо они мужчины и знают, как им удобно сидеть.
Подводя итоги, скажем, что ролик высветил важную проблему сегодняшнего общества – беспринципное стремление к пиару ради пиара и, к сожалению, низкий критический уровень зрителей. Впрочем, большое количество дизлайков внушает надежду, что подобные проекты а-ля «Стоп Хам» и «Лев против», где, кстати, тоже фигурировала бутылка, уходят в прошлое. Серега с района из петербургского ПАДИКа специально для сегодняшнего Питера. Пам-пам-парам-пам-пам-пам, сёднечка.